Смотрите в больших новостях. Завтра в 9 вечера. Лечат или калечат? Вот так здесь бьют. Тапочком бьют еще. За что воспитатель избил ребенка в санатории? За то, что мы в комнату заходили. Какие нравы царят в учреждении и почему за мальчика никто не заступился? Хватали за грудь. Как известная певица The Queen обвинила рэперов в домогательствах. Он тронул меня за грудь, я ударила его по щеке и ушла. Можно ли отличить флирт от харассмента и наказать обидчиков? Возьмут под контроль. Почему риэлторов решили вывести на чистую воду? Непонятно, какие требования к риэлторам. То есть, кто этим может заниматься? Кому запретят заниматься арендой и станет ли меньше мошенников? Большие новости в субботу в 21:00 на КТК.